Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить AM Life. Мы находимся на крыше небоскреба, куда мы поднимались всю предыдущую серию. Сейчас нам нужно возвращаться, потому что фейерверк мы уже поставили, нас корабля, я думаю, заметят, который... Где он может быть? Я не знаю. Хотя, возможно, они перепутают это с другим пламенем, типа вот этого, почему бы и нет, как говорится. Светит оно не так уж, что прям ярко. А, достаточно ярко. Я что-то даже не видел. Так, что нам нужно делать теперь? Я никогда не поверю, что мне тем же самым путем нужно идти назад, потому что это кошмар, натурально. Самый страшный подъем был за игру. Не говорите мне, пожалуйста, что тем же путем мне нужно теперь... А, вот, смотри, да? Ладно. Так, отдохнули чуть-чуть. Это что у нас тут такое? Шо? Так, более утоляющие. А, нет, подожди, нужно пониже спуститься. Ну, тогда сюда, раз прям подвернулось это место. Фу, так, и что дальше? Мы, похоже, попали в то место, где мы были под конец предыдущей серии. Здесь живет какая-то непонятная община. Здесь мы помидорки сперли. Давайте посмотрим. Это оно? Похоже, что это оно. Они, кстати говоря, просили меня заправить бензином генератор, питающий их лифт. Но бензина я так и не нашел, и не думаю, что буду больно его искать, потому что родители этих сволочей хотели меня стрелить. То есть на этаж ниже я встретил родителей, которые обитались там. Они первым делом подошли шмонать мои карманы, ну, соответственно, я и убил их всех. Такой же герой наш Адам. Так что прости. Убийца вернулся? Нет! А, вы поняли, кто я такой? Молодцы. Это я теперь убийца. Самозащита, детка. Я ужасно себя чувствую. Тебе есть что мне сказать? Я твоего друга спас. Поэтому ты молчишь. Не хочешь мне гадости говорить. Так, ну что ж. Что-то у меня такое ощущение появилось, что мы практически весь путь назад сейчас проделаем. Это меня не радует. Подожди. Я теперь отсюда не могу прийти? Ну, то есть мне через лифтовую шахту нужно как-то спуститься. Тогда мне, возможно, нужно бензин таки найти. Только где мне его взять? О, печаль, тоска, печаль. Так, вот ваш генератор. Запитать мне его нечем. Возможно, я смогу просто спуститься. Похоже, что нет. Так что нужно искать. Нужно искать. Только где? Блин, мне что, наружу опять выходить, что ли? Через это окошко? И не могу сказать, что это приятные новости. Так, ты как-то странно себя ведешь, что-то. Так, дружок, ты меня не огорчай, пожалуйста. Можно отсюда спуститься вниз. Понятно. Так, блин, ну лезьте наверх, лезь, лезь, лезь. Я хочу посмотреть, возможно, вот здесь у нас есть что-то. А что тут может быть? Что у нас здесь? Здесь вроде как никто не живет.
Здесь офис какого-то руководителя был, похоже. А нет. Ну, канистр с бензином. Хорошо. Соответственно, нам не придется экстримом сейчас заниматься и катиться вниз по этому наклону в конце здания. А может и придется. Так, подожди. Оп! Вот это пальцы, да? Офигеть. Блин, я не знаю. Это, по-моему, очень-очень сложно. Я так считаю, по крайней мере. Возможно, кто-то со мной не согласится. Так, ну что, дружок? Починю я ваш лифт сейчас. Ой, и сразу поехал. Ну ладно. Довольно зрелищный спуск вниз, надо сказать. Вообще анимация выключена, он едет просто как этот, как робот какой-то. Это я-то сатана? Ты, по-моему, с ума сошел? Ты планируешь убить нас всех? Я не позволю тебе это сделать. Ты вообще берега потерял. Она тоже. Ох. Не знаю, может, его можно было. Он, по-моему, не очень уверен в себе был, этот дедёк. Может, он и не напал бы на меня. Я не хочу проверять, честно говоря. Нашему герою, я думаю, нужно найти свою семью. И все, кто встанут у него на пути, я думаю, очень сильно об этом пожалеют. Как вот этот фанатик. Никогда фанатиков не любил. Так, тут у нас все обвалилось. Мы еще не до конца опустились, похоже, да? Ну, то есть спустились. Опустились-то мы уже полностью, уже вон убиваем непонятных сумасшедших людей. Это еще, что ли, заправка? То есть у нас бензин кончился, что ли? Спуск еще довольно далекий будет вниз. Тут я понимаю, что можно... выйти в окно и катиться тут. Но я предпочел все-таки на лифте, поэтому давайте будем надеяться, что сейчас лифт у нас заработает. А, это ехать вверх. А, вот, смотри. Так, ну так, я думаю, будет проще. Служба починки лифта дали мне ачивмент. Странные люди. Доброе утро. Спасибо, что починил лифт. Да, не за что. Я бы не советовал тебе подниматься, они там все немножко расстроены. Там вообще кошмар какой-то у вас творится. Так, ладно. Храни, говорит, тебя Бог. Спасибо, Бог, твою душу. Вы там, похоже, все офанатели уже, да? Но во время таких событий я вас не виню, надо сказать. Единственное, что вы берега не теряли, они пытались меня убить. Потому что я якобы сатана какой-то. Хотел картину посмотреть. А так мы уже довольно далеко спустились вниз, Джон. Дома другие, видать. Я уже вон даже пол вижу, то есть землю. Так, сейчас нам нужно в эту сторону, почему-то не так удобно смотреть. А тут прям лестница есть. Хорошо. Где-то мы вообще окажемся. А, я знаю это место. Отлично. Я здесь бывал. Удивлять врагов — хорошая стратегия. Ну, это мы знаем, но вы почему-то мне это сейчас говорите. Обычно тут врагов не было, надеюсь, сейчас не будет. Хотя нет, были один раз, ночью, во время ночной вылазки, помните? Там приходилось с тремя драться. Причем они прямо у входа были в квартиру Генри. Не знаю, посмотрим. Так, мы находимся
Но тут выход, то есть, а тут у нас что-то лежит, блестит. Я не буду бегать, потому что когда тут бегаешь, он вообще моментально выдыхается, а так он практически... Короче, нам вот этого хватит заряда, чтобы дойти до дома, если все нормально будет. Ага, ну конечно. Так, ребятки, у меня 5 патронов, вы уверены? Все, что ты видишь, принадлежит нам. Так, дружок. Успел, блин. Как же, блин, как я не люблю целиться на геймпаде. Так. Пойдет. Обговорим? Обговорим, говоришь? Че, крутой самый, что ли? Давай, кишки. Так, все хорошо, нормально, так прошлись по ним. Сейчас мы патрон свой восполним с одного из них. Где он тут? Где я его зарубил? А, ну понятно, я же патрон потратил. Ну все равно нормально пока что все. Так, ребята. Через забор, я думаю, напрямик не пролезу к дому Генри. Зато посмотрели он и что-то нашли. Вообще нам нужно вон туда идти. Я тут уже ориентируюсь, я тут успел побродить. А, пока искал дорогу к кораблю в свое время. Так, а тут что? У нас вино. Вино мы уже в свое время подарили пожилой чите, которую встретили на крыше. Не думаю, что еще кому-то оно пригодится. Поэтому можно будет использовать самому, я думаю, в случае чего. Так, тут у нас еще, наверное, будут гаврики. Здесь можно подняться наверх, там отдышаться. Ну, вообще, пора идти к Генри. Так, вроде тихо все. Нет? Ой-ой-ой-ой, сколько вас тут, ёлы-палы. Так, у тебя пистолет, да? Твои проблемы. Ох, ёлы-палы. То есть вот так вот, да? А, блин, я не люблю целиться с геймпада. Ладно. Да стой ты, мать твою, за ногу. Молодца, шаришь. Только я тебя щадить не собираюсь после всего, что вы сделали. Скотина. Так, у нас один патрон. У тебя еще один, может, будет? Нет? Ладно. Так, мы почти дошли. Еще кто-нибудь будет? Нет? У меня уже геймпад начинает вибрировать, а то выносливость кончается. Я не знаю, когда, короче, идут сразу эти враги бронированные, я начинаю нервничать. Поэтому мне так трудно в них попасть. Это чисто моя вина. Это не вина управления. В целом на геймпаде удобно целиться вот в этой игре, но, блин, я не знаю. Бывает, короче. Как тут на одном грузовичке было на номере написано в этой игре. Shit happens. То есть дерьмо случается. Так, ну и что, мы дошли. Давайте посмотрим, что же нам это дает. Как мы сейчас будем всю эту группу защищать по дороге. Так, подожди. Я не понял. А, мы теперь туда идем, к пиру. Блин, что-то я погнал опять, как обычно. Ой, ладно. Подожди, давай отдышимся сначала. Вот, хорошо. Теперь пойдем вон туда, раз нам туда нужно. Но я все равно правильно шел, просто небольшой такой крюк.
Хорошо. Кого-то, конечно, и это выведет из себя. У нас есть особо такие нетерпеливые личности. По любому поводу раздражаются. Ребят, будьте проще, ёлы-палы. Так, и вон мы почти дошли, да? Тут еще вертолет лежит. Все, добрались. Добрались? Ну ладно. Видимо, добрались. А, ну все, ладно. Нормально. Так, что нас может тут ждать? Я думаю, то же самое. Бандиты да пыль. В принципе, это все, что есть в этой игре. Поэтому ей пора бы уже заканчиваться. Это начинает надоедать. То есть бандиты, пыль, паркур. История все еще тащит. Но я думаю, еще если на часик, на часок где-то затянуть, то она начнет уже просто натурально раздражать. Энри, Линда, Мэй. Мэй! Hello? Эу! Их кто-то не видит. Они забрали ее! Они забрали ее от меня! Что произошло? У них были пушки. Мэй испугалась. Мы разделились. Где Генри? Я не знаю, не знаю. Он пошел за ней посмотреть и исчез. Ну, то есть поискать ее. Смотри, что мы будем делать. Мы разделимся и будем искать Мэй. Когда найдем, мы встретимся на доке в конце пира. И на лодке уплывем вместе. У нас нет времени, корабль приплывает. Если корабль, капитан увидит выстрелы, то он точно развернется и уплывет. Он отдал ей пистолет. Блин, это будет весело. Теперь у меня только лук. Это должно быть увлекательно, на мой взгляд. Так, ну что? Стоило их оставить одних, как они, собственно, потеряли лук. Ой, лук, потеряли Мэй. Блин, и что-то опять... Ну, я, как обычно, я в каждой серии заговариваюсь. Я бы в каждой серии извиняюсь, но в каждой серии заговариваюсь. Это ничего не меняет. Так что простите меня еще раз. Вся моя внимательность и вся моя свежесть ума остается на работе. Хотя сегодня выходной, 1 мая, но все равно сегодня мне пришлось поработать. Так, блин, мне как-то, я не знаю, как мне пройти тут, что ли? Куда я иду вообще тогда? Если тут перегорожено, меня разворачивают. Туда пошла мадам, соответственно, меня разворачивают. Поэтому лезть я не могу. Что же мне тогда делать? Билет может купить. Так, ладно. Что-то я, честно говоря, в растерянности. Ну, по этим если только. Ладно, хоть так. Так, давай, пошли. Да, без пистолета я уже тут натурально как без рук. Это оправдано тем, что, мол, если капитан услышит выстрел, то он точно повернет свой корабль назад. Поэтому понятно, что рисковать никто не будет. Ты один из тех парней, который позвал лодку, верно? Может быть. Тебе-то что с этого? Там еще что-то блестит. Нам вообще вон туда, да, двигаться? Да, нам нужно вон туда вперед. Но сначала мы заберем свою. То есть я увидел, это уже мое. Hey,
ничего там двинулось, ничего там не двинулось. Блин, автонаводка. Как когда не нужно, ты меня подводишь. Пистолет из себя подобрать, значит, не могу, да? А ты с пистолетом был у нас. С пистолетом. Ладно. Это может быть довольно сложно в итоге. Аптечка первая. Подожди. Блин, я подумал, кто-то стоит, что ли. Так, по карте. По карте, если мы отсюда пойдем, то мы, в принципе, в закуток упремся. Поэтому давайте мы сначала тут... Тихо-тихо. Через стекло, я думаю, я в него не попаду. Стекло ли это вообще? Ладно, давайте-ка мы присядем. Будем поаккуратнее двигаться. А это куда ведет? Слушай, это хорошая, может быть, выгодная позиция отсюда, если посмотреть на них сверху. Только, блин, в этой пылище ничего не увидишь. Ах ты, ублюдок, а. С пистолетом, главное. Кого ты там заметил? Я найду тебя, говорит. Блин. Иди сюда, пожалуйста, поднимайся. А там уже поговорим. У нее пистолет, кстати говоря. Так, нужно его поближе подпустить. А нет, у него не пистолет. А, там еще что ли двое сразу? Ну мне хана. Это уже ясно. Скотина. Да спустись ты, блин. Тихо. Бронежилет помог. Так, все, стрелу я с тебя подобрал. Блин, ну мне дали пистолет, мне с него можно стрелять, нет вообще? Я, честно говоря, не уверен. Так. Две мои стрелы у меня. Больше тут ничего, похоже, нет. Он там что-то лежит. Так, это что? Отсюда можно было пострелять, но тут я как... Подсадная утка был. Тут бы меня просто убили. Меня так чуть не убили. Ой, так хорошо. Аккуратно. Не пылим. Тут мне, похоже, наверх надо подняться. Сначала пойдем вон там, у нас кто-то у костра сидел непонятный. Спрашивал у нас про лодку. Там кто-то есть? Ой-ой-ой. Игра, ты меня что-то разочаровываешь, честно говоря. Так, ну раз пошли выстрелы. Блин, чё-то я вообще что-то не то творю. Ладно. Пора браться за ум. Надо было вон того ударить стрелой. Чё-то их дофигища тут. Как я говорил вначале, замолчи. Самое печальное, что может случиться с этой игрой, это
если она превратится в шутер, потому что боевая система здесь не самая лучшая. Но с другой стороны, здесь неплохой стелс, поэтому пока что будем лучше пробираться вот так потихоньку, не встревая, потому что их вон там, видите, еще стоит. И мне, похоже, придется по-любому с ними столкнуться. Я не знаю, честно говоря. Что-то там двигается, говорит. Ну так-то да, что-то двигается. Ой, там... Так, ты не можешь подняться, что ли? Там их четверо, как минимум. И что мне с ними делать? Врагов натурально понатыкали в промышленных масштабах. Стой. Я же говорил, стой. Ты один меня заметил? Давай быстрее, давай! Так, блин, мне хана. Сейчас мой боеприпас кончится, а потом начнется уже веселуха. Так, где остальные две твои подружки? Вон один. Он ушел куда-то за это здание. Второй где-то. Второй тоже здесь, да? До свидания. Потом нужно будет не забыть стрелу свою подобрать. Так, по идее, ну можно идти, но я теперь уж хочу их добить. Так, ты спуститься не можешь, что ли? Мне придется по-любому открыть. Да кто там еще? Да ёлоп. Охренеть. И как мне с тобой? Как мне с ним вообще справляться? Никак, что ли? Так, где моя вторая стрела? Она где-то тут должна быть. Обалдеть. Чё, я стрелу еще потерял? Замечательно. Короче говоря, стрела тоже у меня одна потратилась, да? Ладно. Все сложнее и сложнее. У меня 0 патронов, у меня одна стрела. По идее, мне нужно бы умереть и просто сделать все получше. А вот и моя стрела. А как он умер тогда? А как я ее возьму тогда? Блин, это... А что же мне делать-то с тобой тогда, дорогой? Как же мне с тобой быть? Стреляй, говорит, сколько хочешь. Я пуль непробиваемый. Я все понимаю, но... Блин. Стрелу свою, тем не менее, я хочу подобрать. Блин, как неудачно она улетела. Так, ну что ты где? Да. Можно сказать, попрощайся со стрелой, в общем. Ладно, пошли дальше. Пусть он пока. Тихо. Пули-то, может, и непробиваемые, но... Идиот, ну что ж... Ладно. Хорошо. Эта игра поняла, что она со мной слишком жестоко начала мне помогать. Так, тут висит моя стрела. То есть она просто в воздухе висит. Взять ее, похоже, никак не смогу. У меня одна стрела, 0 патронов. Но, тем не менее, все враги мертвы. Это, по-моему, самая сложная была битва, и теперь нам осталось что только забрать Мэй. Я надеюсь, больше врагов нет. That's Henry's wheelchair. Это же кресло Генри. Точно, смотри. Так, хорошо. Так, с одной стрелой, я думаю, это будет очень весело. Если вдруг что сейчас еще будет. Так, а вот и ты, Мэй, да? Музычку слушаешь? Мэй, мы везде тебя ищем.
Так рад, что ты в порядке. Ты за мной пришел? Конечно, дорогуша. Я бы тебя тут не оставил. Пойдем. Найдем твою маму. Хорошо. Ой-ой. Стопляется. Так, и что мы тогда делаем? Это у нас волна цунами прошла такая, что ли, подняла? Так, ну ладно, давайте тогда пойдем, разбираться будем. Что же нам тогда делать? В воду я спуститься уже не могу. Плавать он, видимо, у нас не умеет. Значит, прыгаем по верхам. Врагов тут еще можно ждать, нет? А, у меня вообще патронов теперь нет. У меня и лука нет. Лук пришлось бросить, похоже. Так, хорошо. Ты нашел Мэй, слава богу. Мама! Ой, на арматурину вот на эту насадиться очень не хочется. You found her. Нашел ее. Ты чудо знаешь об этом? Когда все в этом мире пошло прахом, ты мой друг, настоящее чудо. Я не знаю, что сказать. Давай, нам нужно идти. Корабль подходит. Точно. А вы хорошая пара, да? И Мэй вам вроде нравится. Если твою семью не найдет, то... Неплохой вариант. Так, это тот корабль. Он направляется в порт Сиена. Это далеко? Они сказали, что через два дня туда приедут. Но, видимо, это не близко. У них есть продовольствие, и воздух гораздо чище, чем здесь. Это то, что нужно Мэй. Ты Линда? Мы ждем тебя. Пока, говорит, мы тут стояли, вас ждали, нас успели ограбить какие-то парни с пушками. Ну давайте валим отсюда быстрее, говорит. Так, хорошо. Апреля. Пора ехать. Побыстрей. Ты идешь? No, May. Нет, Мэй. Почему нет? Я не могу, пока не нашел свою семью. Один раз я их оставил, больше не могу этого себе позволить. Генри, кроме того, еще где-то там, и ему нужна моя помощь. Тогда возьми вот это своей дочке, и это и пригодится. Спасибо, Мэй. Я убежусь, что... Короче, я ей передам, что это от тебя. Спасибо за все, что сделал. Береги себя, ты их найдешь. Джули. Все будет в порядке. Если ты все еще здесь, я найду тебя, обещаю. Я к тебе доберусь. Это Джули, что ли? Она нашла все, что от него осталось, да? Да, похоже, это не очень хорошо закончилось. Фу. Ну, по крайней мере, она нашла видеозапись. Так, мы завершили игру на 100%. Спасли 13 человек из 20.
Так, ну и что, все? Да, все. Ubisoft Shanghai, спасибо вам за хорошую игру. Надеюсь, вам понравилось это прохождение, потому что мне оно натурально очень сильно приглянулось, ввиду того, что игра крайне необычная. Сейчас таких очень мало. При этом она очень жесткая и натурально поднимает не самые простые темы, типа людоедства, рабовладения и тому подобного. На мой взгляд, не для детей игра. Поэтому, если вы досмотрели до этого момента и вам меньше 16, то шелбан вам от меня. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующих прохождениях. Хорошо, что игра все-таки вышла, потому что, на мой взгляд, проект крайне необычный. Могу сказать, что под конец она уже начала маленько подзадалбывать своей боевой системой. Именно вот то, что под конец вывалили кучу врагов, это не очень хорошо, короче говоря. Видно, что сделали концовку уже на коленке. Но, тем не менее, игра сама по себе доставила много интересных минут, доставила много времени приятного. Надеюсь на продолжение, в котором нам объяснят, что случилось с Адамом, выжил ли он вообще, или он умер, что там случилось, почему Джули плакала. Как бы там ни было, увидимся в следующих сериях, вернее, в следующих прохождениях, в каких следующих сериях. Я думаю, с завтрашнего дня после этой игры начнется Condemned 2, если все будет отлично, все будет гладко. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.